Двухцветный тунисский узор. Сначала провязываем цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель кратно 5 плюс 2 кромочные петли. В первом ряду провязываем все петли простыми тунисскими столбиками. Вот я провязала, и далее закрываем петли обратного ряда. Сначала закрываем одной воздушной петлей крайнюю петлю, а затем по 2 петли вместе и так до конца ряда. Теперь все петли закрыты, и второй ряд также провязываем простыми тунисскими столбиками, только теперь уже берем нитку другого цвета. Так вяжем до конца. Я провязала этот ряд, крайнюю петлю закрываем воздушной петлей и далее приступаем закрывать петли обратного ряда. Сначала провязываем 2 воздушные петли, затем закрываем вместе 6 петель. Далее 4 воздушные петли. И снова вместе 6 петель. И далее повторяем то же самое. 4 воздушные петли. И после этого вместе закрываем 6 петель. В конце ряда провязываем 2 воздушные петли и закрываем вместе 2 петли. И вот ряд готов. Теперь меняем нитку. В следующем ряду вяжем простые тунисские столбики. Но там, где у нас находится воздушная петля, провязываем их внутрь воздушной петли. Сначала провязываем 2 простых тунисских столбика, затем тунисский столбик за перемычку на изнанке, затем 4 простых тунисских столбика в воздушные петли. Затем тунисский столбик за перемычку на изнанке и так повторяем до конца ряда. В конце ряда провязываем 3 простых тунисских столбика внутрь воздушной петли. И далее узор закрывается точно так же, как я уже показывала. Сначала крайнюю петлю провязываем воздушной петлей, затем вяжем 2 воздушные петли и закрываем вместе 6 петель. Затем вяжем 4 воздушные петли. И снова вместе 6 петель. И так до конца ряда. 4 петли и вместе 6 петель. А в конце ряда провязываем 2 воздушные петли. И затем 2 петли вместе. Далее повторяем тот ряд, который я уже показала. И все время вяжем одинаково. Только чередуем нитку в начале ряда. И вот такой красивый у нас получился узор. Приглашаю посетить страницу каталога, где вы найдете все обозначения и уроки по тунисскому вязанию.
А также, если вам был полезен этот урок, ставьте лайки, и я буду рада вашим комментариям.